Нашла. Снимается маска и голограмма. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Вышла тонкая копия. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Андрея в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Андрея поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Подожди. Стоп. У меня ощущение, что у него копия раздвоенная. Хорошо. Возвращаемся назад к его биороботу. И я даю команду на 4. И если где-то присутствует копия Андрея, она притягивается к биороботу и своей тонкой копии. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. У него истощенное одно из тел. Оно присоединилось сейчас к общему. Хорошо. Биоробот защищен? Да-да. Отлично. И вместе с тонкой копией Андрея поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Андрея. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Он слышит нас? Так, знаешь, не слово идет в воду. У него как кукла слеплена с него где-то. Отлично. Я даю команду на 4. Эта кукла притягивается в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Ты выведи с него эту куклу. Сила моего намерения. Вывожу из нее эту куклу, все подключки от этой куклы и все сопутствующие энергии. Наши 3 выходят из биополя Андрея. Включаем внутренний белый свет. 1, 2, 3. И этим светом выдалит из себя все ранее перечисленное. Все выходит, зависает перед ним. Да, есть. Отлично. Отправляю куклу в клетку-тюрьму. Да, есть. Отлично, Андрей, вы меня слышите? Он трет свое тело, да, он слышит. Хорошо. Вы даете нам разрешение на чистку? Дает. Ему холодно. Хорошо. Сейчас все будет нормально. Мы уже все сейчас вытащим. Не беспокойтесь, я рядом. Выстраиваю канал от этой куклы Вуду. 1, 2, 3. И притягиваю всех, кто с ней связан. Заказчика и исполнителя. 1, 2, 3. Стоит в клетке-тюрьме. К нему ящер притянулся с одной стороны, с другой стороны женщина. Отлично. Женщина, назови свое имя. Нао, Ольга, Оксана, что-то идет. О, Ольга, Оксана. Считай цифру. Оксана на Ольгу прыгнула. У ящера над головой считай цифры. 384. Хорошо, паразит, что ты делаешь здесь, в этой клетке, в этом биополе, с этой куклой Вуду, ящер? Призвала она меня. И? Ты что, демон? Чтоб ходить и... Нет, не демон, но у нас есть свои магические ритуалы, а к ним добавляется жидкость. Хорошо, ты будешь сегодня отвечать за все, что ты сделал, чтобы ты не подумал вдруг, что я тебя безнаказанно отпущу. В моих руках появляется живая плазма. 1, 2, 3. Вот, ящер, что я тебе сегодня вручу. Это все, что я хотел сказать по поводу твоей магии. Магия не моя, но прошла через меня. С Отлично. Моими знаниями. Хорошо. Будем все разбираться. Шар входит в меня. Я даю команду сканеру. На 4 сканер сканирует пространство над головой Андрея под ногами. 360 градусов вокруг него. На всех 7 тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму. И ответственность за эти подключки воздействия энергии притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Андрея. Находит все. Вера, считай информацию, как эту Ольгу зовут настоящее имя. Эта женщина, пошло имя? Марина Мария. Мария Марина. Хорошо, Марина Мария. Ты кто, ведьма? Она практикует. Отлично. Тебе не темно там в клетке? Открывая над клеткой поток любви Абсолюта, и поток любви Абсолюта заливает ее клетку. Пошел свет. Она корчится. Бывает. Пусть постоит в свете, порадуется. Но знаний у нее нет. У нее есть книга, по которой она практикует. Хорошо. Корчится и Сила смотрит на реакции. Сила моего намерения притягиваю эту тонкую копию этой книги. 1, 2, 3. Притягиваю ее алтарь. Все стоит в клетке тюрьме в соседней. Да будет так, а так и есть. Вот это ей не нравится. Готово. Отлично. Все в клетке. В общем, сканер закончил. Кто у нас? Бес. Суккуб. Арахноид. Все? Арахноид. Как давно ты находишься в этом биополе?
3 года, он мохнатый. Отлично. Суккуб, сколько ты находишься в этом биополе? 4 года, 8 месяцев. А чего ж так долго находишься? Так было интересно общаться? Он показывает, он с него как жилы тянул, он показывает. Хорошо. Боль в паху у него, желание. А, вот как, понятно. Это твоя работа была, да? Наша хорошо. Общая. Хорошо, переходим к бесу. Считай герцовку над головой. 8. Сколько ты находишься без? Год. Кто тебя прислал или сам пришел? Сам пришел. Понятно. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Кто не будет отвечать, будет очень серьезно наказан. Я даю команду тонкой копии Андрея спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, низкую вибрационную энергию в его биополе 1, 2, 3. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Андрею. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что он получил от них, возвращается назад. И усилию потоки в 50 раз. Все пошло назад. Сколько ты находился, ящер, в этом биополе со своей женщиной и этой Мариной и Вуду, куклой? А значит, ящер дальше находился. Он просто услышал ее. 13 лет он находился. 13 лет. Скажи-ка мне, ящер, какое отношение имеет цивилизация ящеров к Вуду? Любая магия откуда-то пришла. У нас есть свои наработки. Немножко в другом виде. Но мне понятно, что она просила. Я помог. Понятно. У тебя есть с ней контракт, конечно, да? Конечно. У нее вот этот притянутый алтарь. Да. У нее план там. И много людей. Она, как сказать, эксперименты ставит. То есть по этой книге. Получится у нее или нет. Отлично, это все сегодня будет. У меня к ящеру вопросов нет, он на своей чистоте, он заключил контракт, у меня вопросы, очень много вопросов к этой женщине, и сегодня ее ожидает незабываемая программа, которую она ощутит на физическом плане в полном объеме. Обожаю магию наказывать. Поехали дальше. Ждем окончания реверса. У него к этой кукле идет страх, зависимость, и здесь какая-то возвращается. Все, назад пошло. До последней частички. Готово. Отлично. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Андрей забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что они взяли до последней капли, возвращает Андрей себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает всю свою себе обратно. Забираем у этой женщины все энергии, которые она украла вместе с ящером. Все мощным потоком пошло назад. Они души с него вытянули в эту куклу. Считай, сколько процентов они вытащили его души? 20%. Хорошо, сканер, я даю команду, просканируй на полноту души Андрея сейчас. У него 80%, и к нему сейчас возвращается. Свет возвращается, энергии. Эти 20%, да? Да. Отлично, хорошо, ну все. Марина, если бы ты знала, куда ты попала, тут даже ящер стоит по стойке смирно. Она смеется. Ольга, Оксана, Марина, Мария. Она смеется и говорит, я всех запутала. Я победила. Какая же ты дура. Ты не представляешь. Мне не нравится, когда ее оскорбляют. Этого ты вполне заслужила. Ее алтарь стоит там вместе с ее книгой магической, да? Да. Гори она все синим пламенем, сгорает все в клетке, превращается в пепел. Она злится, и она говорит, что у нее есть еще один, и я же не дура. Сгорела Вера? Да. Открывая портал в галактическое ядро в этой клетке, этот пепел уходит на переработки. И на счет 3, закрывая, печатая, растворяя, притягивая вторую ее книгу, второй алтарь, если таково есть, 1, 2, 3. И этот стоит в клетке. Копия есть. Копию достаем. Она говорит, не трожь. Она в клетке, Вера? Да. На счет 3, превращая ее в пепел, 1, 2, 3, сгорела. Открывая портал в галактическое ядро, пепел уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Она защищена ритуалом каким-то. Не ритуалом, а заговором. Заговором. Отлично. Слова какие-то идут. Шикарно. Направляю сейчас на эту копию печать семи архангелов. 1, 2, 3. Удар. Сжигаю ее. Вот так на вот. На нее волна пошла, потому что заговор она ставила. Безусловно, так и есть. Ну что?
Ольга, Мария, всех запутавшиеся. Как оно? И это только начало. Ждем окончания реверса. Копия сгорела тоже, и реверс закончился. Хорошо. Начинаем с арахноида. Арахноид, выходи. Собирай все, что ты оставил, всю паутину. Жидкость, ничего не забывай, если есть потомство, тоже забирай. Приступай. Обращаясь к присутствующим, кто присутствует еще в его комнате, где он живет? Без арахноида. Бес и арахноид. Хорошо, бес и арахноид. Мы сегодня чистим его комнату. Мы еще второй раз встретимся сегодня. После того, как вы все уберете, я отправлю вас в эту квартиру, в эту комнату. Вы все соберете. Я приду, проверю и отпущу вас на вашу чистоту. Все понятно? Да, им все понятно. Арахноид показал уже, он в углу над кроватью. Хорошо, хорошо. Бесу еще соберу весь негатив в этой комнате. Его устраивает? Да. Бес тебя интересует лярвы в его биополе? Интересует. А эмоциональный фантом тебя интересует? Даже больше, чем лярвы. Ты посмотри, сколько общих интересов. Хорошо, значит, мы до этого места дойдем, я дам тебе отдельную команду. Арахноид все убрал? Да. Выходит суккуб, отключается полностью, снимает все, что он оставил, ничего не забывает. Если есть накидки, снимает их. У него внизу живота в паху стоит какое-то устройство, и он его крутит. А ну, и расскажи. У него желание возникает, такое ноет у него внизу живота. Понятно. Суккуб, у тебя такая фишка есть? Подкручивание интереса? Влечение или как это назвать? Он энергия определенная в этот момент выплескивает. Понятно. И суккуб этим питается. Здесь да. Все отлично. Хорошо, снимай. На что пришел? Суккуб говорит, что он его удовлетворяет в этот момент. Все сняло. Выходит бес, собирай все, что ты оставил, рассказывай, как оно работало, ничего не забывай, приступай и на месте доложит, что ты все снял. У него носки на ногах и на руках, рукавицы. Раздражение или утяжеление, что это было? Чесался руками, чесался. То же самое на ногах, раздражение. Снимай там. Готово. Хорошо. Разрешаю тебе забрать лярвы, которые находятся в его биополе, ничего не забывай. Где лярвы, Вера, посмотри. Голова. Там у нас арахноид сидел. Еще где? Низ живота? Нет, у него одна лярва на голове. Черная? У него, знаешь как, у него все собирается на голове, у людей других стекает вниз, а у него почему-то идет на голову это все, и там собирается. Ты посмотри, бес, как ты неудачно зашел. Оказывается, надо же наверх лезть. Аня, вниз ничего не стекается. Да? Все, что стекало вниз, собирал. А это все, то есть все его лярвы, получается, от того, что он думает. Поэтому у него на голове собралось все это. Все понятно. Хорошо. Ты снял бес. Отлично, хорошо. Лярвы забрал, да? Да. Возвращайся назад. Вернемся дальше к эмоциональному фантому, когда будем работать дальше. Ящер, посмотри, что-нибудь еще осталось на вашей чистоте вместе с этой женщиной и вуду. Значит, там энергии были ящера, он их вернул, но еще есть они. Хорошо, включай внутренние. И чьи энергии там находятся? Ящера? Смотри, они дали, да, как болезнь у него пошла. Тело, и вот это все еще есть, ящера. Включай внутренний белый свет Андрея, 1, 2, 3. И Андрей, выдалит из себя все негативные патогены низкой вибрационной энергии на частотах интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. До 100% выходит все негативное, патогенное, чужеродное формируется в шар перед Андреем. Они как короста отделяются от него, и у него вот сейчас почистилось тело. У него есть конструкция еще ящера. Хорошо, ящер. Я спросил, есть там что-то или нет? Да, он показывает. Выходи, отключай. Как шар в горле. Как он воздействовал на нее? Объясни. Какая его функция? Говорить не давал нормально. На физическом теле. На энергетических собирал. Значит, когда он говорил, была определенная вибрация по всем, как волна по всем телам, и собиралась в этот шар. Ух ты, такого еще не видел. Хорошо, вытаскивай все. Хорошо, я сейчас скажи мне, эта женщина вообще в курсе рядом, которая стоит, о том, что у нее контракт с тобой? В курсе. Да ты что, осознанно? Чтобы делать эти... Манипуляции надо осознанный контракт, да? Чтобы делать эти манипуляции, нужно прочитать определенное видение в этой книжке. Это и будет контрактом. Если она согласна на это, она продолжает. Продолжает она уже с контрактом.
Хорошо. И за это объяснение я благодарен. Поехали дальше. Итак, мы все сейчас выдавили. Осталась рассинхронизация. Следующий шаг. Даю команду на рассинхронизацию Андрея с этой куклой Вуду, ящером и этой женщиной-ведьмой. Рассинхронизация идет с бесом, суккубом и арахноидом. До 100%. Пошел процесс, заканчивается автоматически. Закончилась рассинхронизация. Отлично. Подхожу к Андрею, помогаю моей энергии сделать импульс высокого вибрационного шока удара, отстегнуть каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая портал в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, бес. Я начинаю сейчас вытаскивать эмоциональный фантом. Я буду зачитывать текст. Ты мне скажешь, из этих всех перечисленных энергий, какая является основной, из чего все вытекает? Все понятно? Мага скажет. Выходит эмоциональный фантом Андрея и проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низковибрационные эмоциональные энергии. Сгенерированная проецируется на эмоциональном фантоме. По-моему, тяжелое, мне кажется, готово. Да? Много? Там много, и оно хаотичное, от одного к другому прыгает. Андрей, эти энергии вы сами произвели. Вы готовы с ними расстаться? Да, он готов. Сворачивайте энергии в шар. Бес, забираешь? Забирает. Отправляю бесу. Я тебя слушаю. Депрессия, ревность, запутанность и многие другие. Понятно. Онкографик рисует от одного к другому хаотично. У него то одно, он чувствует то другое. Все это тяжелое. Все это наслаивается. Одно на другое. Понятно. Скажи, это было связано с магией или чем это было связано? Или это его какие-то личные фишки, которые уже были до этого всего? Как ты думаешь? Он не мог пробиться, позитивно мыслить через вот это все, что у него стояло. Все понятно. И если он будет дальше так продолжать, он опять будет притягивать. Обращаем внимание, Андрей. Андрей, вы должны выйти из этого замкнутого круга. Реакции. Меняйте свою реакцию на события. Перестаньте реагировать так, как вы реагировали до этого. Если у вас получается такая ситуация, что вам надо что-то среагировать, подумайте два раза перед тем, как вы что-то скажете или что-то сделаете. Он говорит, что ему уже лучше намного. Он видит всю ситуацию и чувствует внутри пустоту сейчас. Мы еще не закончили. Там нет чужого. Хорошо. Отлично. Итак, мы все забрали, да? Негатив забрал бес. Хорошо. Эмоциональный фантом. То есть. Забрал, отлично. Хорошо, арахноид и бес. Я сейчас вас отправлю в квартиру, собирайте все. С бесом я еще встречусь на счет негатива в комнате. И потом всех отпущу на их чистоту. Все понятно, да? Понятно. Отлично. Открывается два портала в комнату Андрея. 1, 2, 3. Арахноид уходит в один портал, бес уходит в другой портал. Закрываю, опечатываю оба портала. Готово. Суккуб, готов уходить? Готов, не готов. Абсолютно верно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба. 1, 2, 3. Суккуб забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Андрей, пришло время вернуть вам всю эту магию. Вера, считай информацию, сколько эта магия вуду воздействовала на Андрея. Сколько лет ты, Миша? Сколько лет? 13 лет я записал. Это я еще здесь сделал. Понятно. Хорошо. Сколько тогда находилась магия в его биополе? Это воздействие магическое. 8 месяцев. 8 месяцев. Хорошо, Андрей, вы прекрасно. Вы можете сейчас эту магию в себе, воздействие этой магии прочувствовать. Вы можете вспомнить ее, как она действовала на вас? Да. Отлично. Сейчас пришло время отката. И я даю команду. На 4 выстраивается прямой канал от Андрея к этой женщине, находящейся в клетке. 1, 2, 3. И реверсом отдаем всю магию, которую Андрей получил от нее, до 100%. В течение 1 минуты, за 8 месяцев, все это воздействие мгновенно возвращается назад к этой женщине и начинает на ее тонких телах точно такое же оказывает воздействие, как воздействие оно оказывало на биополе Андрея. 1, 2, 3. Мощным потоком, помогая Андрею своей энергией, выдавить это все. Все возвращается назад. Возвращаем этой женщине. Пошел процесс. Да, будет так, а так и есть. Ну
вот у него как раз эти, как по точкам картинка идет, как она, как иголками она давила на эту куклу, в разные места эту иголку втыкала. И вот эта хаотичность у него была от одной точки к другой. Мысли у него были очень хаотичные, все негативные, от ревности до депрессии, как сказал бес. Прыгали вот эти переходы мыслей. Сейчас то же самое происходит с ней. До 100%, до последней частички возвращаем. Всю боль она чувствует. Плюс то же самое происходит на физическом теле. Она то за ногу, то за руку, то за голову хватается. Это только начало. Готово. Отлично. На счет 3 сжигает этот канал. 1, 2, 3. Открывая портал в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Ну что, женщина, как ты себя чувствуешь? Ольга, Мария. Ее раздражает ее тело. Ей плохо там находиться. Она хочет выйти из него, она вся чешется. И это будет в тебе действовать и останется, и будет действовать столько, сколько оно действовало в биополе Андрея. А сейчас переходим ко второй части марлезонского балета. Подхожу к клетке, достаю свое магическое зеленое кольцо. 1, 2, 3. Открываю его и дую на нее, стирая ей магическую память полностью. Аннулировано. Она слабая, магия делает ее кем-то, как она считает. Что происходит, Вера? Она просит помощь, тянет руку. Кто ты, женщина? Что ты здесь делаешь? Как тебя зовут? Света. Света тебя зовут. Света, а что ты делаешь в этой клетке? Она не знает, но у нее все болит. Света, а почему у тебя все болит? Ты не знаешь? Мне приснился плохой сон. Абсолютно верно. Это, наверное, плохой сон был, да. А ты не Марина, случайно, и не Ольга, и не Оксана? Я не знаю, о чем ты. Понятно. Я спросил, как тебя зовут? Это сон. Это сон. А как во сне тебя зовут? Света. Света. Понятно. Хорошо. Значит, будешь Светой. Хорошо. Мы закончили. Вернули ей все назад. Открывая сейчас портал на чистоте этой женщины. 1, 2, 3. И она возвращается в свой биоробот. Все энергии переходят на физический план. Память стерта. Да, будет так, а так и есть. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Здесь мне ситуация полностью понятна. Я был готов отпускать ящера. По твоей части есть что-нибудь? Сколько лет сидел? 13. Вуду. 20% души украли. Ну, там женщина заключила контракт. Магия. Ну, заберем на проверку. Хорошо. Благодарю тебя. Итак, что у нас там? Кукла Вуду находится, да? Кукла и вторая копия сгоревшей пеплом. Отлично. И под пеплом, и куклой Вуду, открывая портал в галактическое ядро, все это уходит на переработку в чистую первичную энергию. Хорошо. Как вы себя чувствуете, Андрей? Шикарно. Поехали дальше. Поехали по частотам. Пройдемся. Итак, переходим на частоту магическое воздействие. Если таковое, если было, проявляется. Может, еще фантомы остались? Фантом куклы вышел. Открывая по ним портал в галактическое ядро, и он уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяя. На счет 3 макушку головы Андрея начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 28 Гц. Пошел подъем. Вот эти вибрации, они убивают болезни в физическом теле, сжигая низковибрационные болячки. Отлично. Готово. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Есть. Хорошо, Андрей, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после чистки? Я сказала, шикарно. Вначале, но сейчас я просто наполнен позитивом, радостью, доверием. Мне хорошо. А тому, кто сделал вам магию, будет совсем нехорошо, начиная с сегодняшнего дня. Я считаю это справедливо. Хорошо, Андрей, будем возвращать вас назад, вашу систему биоробот-душа, и сразу перейдем к чистке вашей комнаты. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Андрея в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга.
проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово.